Разбери старт, пока здесь не шла. Может, без нас идти? Вы можете закрыть полицию, чем вам говорить? Ага. То есть вот это зрелище было еще и срежиссировано? Естественно. Мы, ну вы думаете, мы халтурим, мы же профессиональные ребята, мы готовились. Конечно, и ваши артисты, они тоже ни за что не отвечают. То, что они тут поваляли, навели бардак в зале, это значит, это входит в их сценарий. Тебе. Мне ровно. Я привыкший. Вот человеку неприятно, действительно. Это клевета, кстати. А вы же выигрывали по клевете дела, да?